Послание Отца Абсолюта 25 марта 2024 года. Террор как способ выживания. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Сегодня мы вновь поговорим о различном восприятии возникающих в мире ситуаций людьми с разным уровнем сознания. Почему я уделяю этому так много внимания? В первую очередь потому, что каждая мысль и эмоция человека несет в себе определенный вид энергии. И сейчас очень важно, чтобы люди не падали еще глубже в трехмерность, а поднимались вместе с Землей выше, в высоковибрационное пространство четвертого измерения. Когда среди жителей вашей планеты началось массовое пробуждение, драка рептилий, рептилоидов и всех низковибрационных существ, воплощенных в человеческих телах, охватила настоящая паника. Они поняли, что остановить этот процесс возможно лишь одним способом. Заставить людей бояться за свою жизнь теперь не только в зоне военных действий, что происходит уже не один год в различных частях света, но и в повседневной мирной жизни. И одним из способов осуществить их зловещий план являются террористические акты, которые они собираются организовать в крупных городах ведущих стран мира. Одним из таких актов устрашения является недавняя трагедия в России, унесшая жизни сотен людей. По замыслу глобалистов, эта трагедия должна стать неким детонатором, запускающим цепную реакцию подобных террористических актов, который заставит миллионы людей послушно прятаться по домам, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих близких, забыв о своих требованиях к правительствам и собственных правах на свободу. С энергетической точки зрения, подобная ситуация станет для тайного мирового правительства спасительной, поскольку, как вы уже хорошо знаете, самой низковибрационной из всех существующих энергий является страх смерти. Именно эта энергия является питательной средой для захвативших вашу планету драка рептилий. И именно она таит в себе силу их власти, которая испокон веков зиждется на сатанинских ритуалах жертвоприношений. И особенно сильно нуждаются они в подобных жертвоприношениях сейчас, когда новые высоковибрационные энергии буквально выдавливают их с планеты Земля. Как можно противостоять их кровавым планам? Поскольку и жить в себе страх смерти, поселившийся глубоко в подсознании людей, подавляющему большинству жителей Земли в условиях трехмерного мира практически невозможно, то единственным способом прекратить кровавый террор, организуемый марионетками глубинного государства, является смещение ныне действующих лидеров. Но возможно это только в том случае, если народы всех стран объединятся в своей борьбе против идей глобализма и, наконец, осознают, что нынешняя цивилизация действительно уже стоит на грани исчезновения. И произошло это по той простой причине, что люди неосознанно отдали все права распоряжаться их жизнью и судьбой марионеткам глубинного государства, стоящему у руля власти подавляющего большинства развитых стран. Все предпосылки к такому объединению у вас уже есть, и в следующий раз мы поговорим об этом более подробно. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт «Возрождение».